Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области присягнули на верность Родине. В торжественной церемонии приняли участие около 50 молодых специалистов. Сейчас в службе ЧС области работают почти 1200 спасателей и пожарных. Ежегодно подразделение ведомства приходится предотвращать в среднем около 1500 пожаров, спасать людей в снежных заторах и водной стихии. Лучшие бригады спасателей ежегодно участвуют в международных учениях КАЗ-СПАС. Их работу отметили благодарственными письмами. Вступая в ряды органов гражданской защиты, принял присягу перед народом. В будущем хочу внести свой посильный вклад в сферу чрезвычайных ситуаций и буду с достоинством выполнять возложенные на меня задачи.